Блин, Криса на тебя нету, Саня. Мы ему видим. Так, не пойду я с тобой, блин. Йо, на палочку чая. Короче, тут по лесу ходит вот такой чувак, блядь. Та-дам, блядь, Саня, куда ты котишься? Я тут деньги зарабатываю. В Европу куда? Это самое, без бюстгальтера бесплатно у тебя там, да? Бесплатно, конкурс «Золотые ручки». Ваньку надо пить. Йо. А костюмчик есть? Я бы не ходил. Короче, стоматолог принес чай в лесу. Я доработал уже, но не это. Саня. Я на работе. Саня, вот ты бы пил от такого человека чай, если бы тебе в лесу пришел такой штымп откуда-то. Ну, вы же меня все знаете, если бы я его не знал, не был. Блин, с такой стороны мы тебя не знали еще, Саня. Я проверить прибор на месте или нет. Чтобы вы меня узнали. Уже это самое, я говорю, Саня там в окне манит всех красными труселями, а девушки говорят, синими. Да? Синими в один голос. Идем. Что... Нет! Нет! Ты это пока... брось! Все, прощайте, хлопцы! Подожди, найтшот дай отключу. Смотри, посмотри, что творят. Я к тебе. Жениться решил Валерка. До меня не дотрагиваться. Валерка решил жениться, Валерка. Уже про свингеров не шутили. Да не завидуй ты, Вовка. Смотри, у них пузончик там какой-то. Посмотри на Саню сзади, блин. Саня, улыбайся. А ты можешь так управлять шишигой? Девочки, тут для вас шоу-программа. Стриптиз бесплатный. Там еще Валера. Валера показывает. Передает и показывает Валере. Да, Санечка, ну, блядь, катятся пацаны. Этот водитель какой-то молоденький на шишии. Выпустите меня отсюда. Саня, начинай его бороть, блядь. Ты поборешь Валерика или нет? Попробуй. Пошел пробовать Валерика. Сказал Валерик. Да, вот так вот и выглядит это, блин. Сначала, блин, Саня, улыбайся, я тебя снимаю. Шот не ловит гомокапканов. Как, Валера, как ты попал в этот гомокапкан? Это секта, блядь. Это называется... Это самое. Всем, как тебя зовут? Валерий. Валер. Это самое, слышишь? Это Валерик. Да. Это слепой тебя лупасил вениками и говорил Наташке, что если там не дашь, тебе такое же будет? Блять, я не знаю, чего вы лохи здесь стоите. Давайте все туда, блядь. Ну, кто лохи, не в обиде. Кто просто боится? Боится кого? Мужчин? Там, боится... Натаха. Там Натаха есть. Педофилов всяких. А? Педофилов боится. Вдруг это не баня? А я тоже боюсь. Это гомокапкан. Вдруг это портал в какое-то другое измерение, и меня... Да может, ну, вы не понимаете, природа, блядь, после покатухи так мечтал в сауну сходить, блядь. Единственное, что он пене веник мне это не распарил. Теперь, блин, мы его трахаем, надо чай принести, мы кого чай трах? Распарим, блядь. А, так один вы... раз я пошел в сухую сауну, я тапком бился, потому что веник... Блядь, голова накрывает, а? Блядь. Потому что он на покрышках топит, Валера. Накрывает. Это с учетом, что я не бухал. Это если я не бухаю! Это если покрышками топить. Так, сейчас все едем в Урчей! О, один же Альфа. Саня, с чем вы там, блин, паритесь, скажи мне? Димон, я тебе покажу. Не, я стыдаюсь. Первое, меня напрягает, немало ли я взял.